же, ребята, какого, я не боюсь этого слова, пиздобола, просто пиздобола, я вышла замуж. Передай, пожалуйста, привет своей деревне, станица Кущевская, там, слушай, там, короче, специально ради тебя сказали Дворецкого, построили просто вообще неимоверно крутые рестораны дорогущие. Сейчас к чему? Действительно. Ну ты же у нас пися такая важная. Не смешной сторис. Короче, увидев красивые платьишки маленькие, я теперь хочу девочку. А будет мальчик? Пойдем. Не-не-не. Девочка. Вы посмотрите, сколько красоты. А вот это. Дай. Вообще. Короче, все. Сколько, блин, это? Всяких классных штучек для девчонок. Все, теперь хочу девочку, и все. Блин. Платья. Все. Короче, надо брать все. Офигеть. Ну что, пришло время избавиться от этой прекрасной шевелюры и от этой прекрасной длинной косы. Поэтому, друзья, скоро будем лысы. Я не понимаю, как можно есть вот в таких заведениях. Вот просто вот кто, вот это вот кто? А, ну понятно. Обожаю баловать свою маленькую принцесску. И в последнее время она очень сильно полюбила шоколадки. Давайте же узнаем ее реакцию. Зая! Ой, Лёшка!